Вот и завершился у нас LG Ultra Wide LAN в Москве. И мы с игроком, который занял второе место. Представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе и можешь рассказать, как прошел для тебя турнир. Всем привет. Меня зовут Саша, фамилия Гармаш. Я представляю город Севастополь из Крыма. Игра примерно в FIFA года 2. Ищу команду. Коннект плохой, честно у нас. И хотелось бы вообще жить в Москве, продолжать играть в FIFA. Вот, на самом деле, турнир первый такой, где я, ну, выиграл и занял вообще призовые места. Вот, так что вера в себя появилась немного. Вот, и турнир понравился. Не часто приезжаю на ланы. Это мой третий лан вообще за 2 года. И мне все понравилось. Коннект особенно мне нравится. Мы успели вчера потренироваться немного и привыкли нормально, и удалось показать нормальный уровень. И еще приедем в следующем месяце и будем играть. И надеюсь, все получится у нас. И выйдем на какой-то уровень, может, европейский даже. Ну, мы тоже верим в это, конечно, в светлое будущее. Ну, а что можешь передать тем игрокам, которые сомневаются, нужно ли ехать на турниры и вот не верят в себя? Понятно, ничего не можешь передать. Но мы можем передать, что игрокам надо ездить на турниры, иначе опыта не наберетесь никогда. Главное психологически настроить себя. Я тоже, когда первые турниры ездил, переживал очень сильно. Дома как-то легче играется. Вот, на лане надо психологически просто хорошо настойчивым быть, и все получится на самом деле. Главное верить в себя, и все. Ну, то, что веришь в себя, мы уже поняли. Ты занял второе место. Тебе чуть-чуть не хватило, чтобы стать первым. Вот как ты думаешь, чего не хватило именно, чтобы стать первым? Или что было самого сложного в финале? Наверное, не хватило опыта просто на ланах. И все. Из-за этого. Ну, то, что дома, это совсем другое. Дома. В Севастополе у вас есть турниры? Нет. Нет турниров вообще. Это привет Севастополю. Ищем организаторов, на самом деле. Если у кого есть желание организовывать турнир в Севастополе, в принципе, обращайтесь. А тебе мы пожелаем удачи. Спасибо. Увидимся большое в июне. Ну и надеемся, что ты займешь уже первое место. Я тоже надеюсь. Спасибо.